Ребят, я сегодня так плакала. Мне попались хейтеры, которые меня обидели. Эти люди, посмотрите, они такие умные. И вообще они гораздо лучше меня. Они не боятся критики в свой адрес. И не прячутся там за закрытыми аккаунтами или левыми аватарками. А еще они очень известны в городе Улан-Удэ. Я надеюсь, они простят меня за мои шлаковые видео. Война? Значит, война. Война никогда не меняется. Поэтому, если вы такие умные, то идите и сделайте видео лучше, петушки.